Всем привет, друзья! Мы должны вернуться к Алексею, по идее. Это одно у нас задание. Да, и оно, пожалуй, самое ближайшее сейчас. Одну вещь посмотрю. Одну вещь? Вот. Да. Ой, я вступил во что-то жидкое. Мерзкое. Жидкое, дурно пахнущее. Ох ты! Вот это меня сейчас фартануло. О, слушай, тут взломать замок можно. Блин, я уже думал, взломал его. Нет. Куда ж тебя? Чё там, кто-то увидел нас, что ли? Нет. Да ё-моё! Некоторые замки, которые по сложности труднее, ломались легче. А ну встань, уйди отсюда. Вот, растворился. Ух ты, простой серп. Простое кофе. Да? Да. Сейчас оружие столько стало выпадать разного, да? Что? О, тут бегуны. И не только. Чё, здоровяка? Тут харкуны еще. Ой! Мамочки. Блин, я думал, я его прибил. О! Отлично. Так, сейчас, тихо, мы его безопасно убьем. Да умришь ты, тварь, безопасно. Наконец-то. О, да. Тут где-то моя эта валяется. Да. А ты где вообще? А. Отлично. А то я думал... Ты убежала, я тут разбираюсь. Да, я наблюдал за этим все. Ага. Притих там, главное. А я переживаю, понимаешь ли. Мало ли. Ой. Что. Ой! Иногда жмешь прыгать вверх, а он как бы соскакивает в сторону. Ну, уклонение производит, да? Не, у меня такого не бывает. Не было? У меня вот бывает. Но это, наверное, из-за управления на геймпаде, потому что все-таки геймпад имеет большую степень вариации, да, сами вот эти стики, в отличие от тех же стрелок. Я вечно забываю, где здесь войти нужно. Алёшка. О. Слушай, ты не помнишь, здесь мусор есть где-то или нет? Был. А, вон он. Он с этой стороны. Оу, oh, е. Yeah. Да, я прокачал, кстати, еще мягкое приземление. Did you find him? Yeah, I did. Your son's in one of our secured zones. But I thought you were going to bring him back. No, he's not coming back, Alexei. He's a scout working for Brecken. And unless he gets a lot better at it in a hurry, he's not going to last too long. But couldn't you talk some sense into him? No. So I'm going to have to talk some sense into you. You want to save your son? You stop making weapons for Rice and go to the tower. Now, your son said he'll give up being a runner if you'll join him. No, no. Sooner or later, Rice is going to tear that place down. It's not safe there. It's not safe anywhere, Alexei. And the question is, whose side are you on? See, right now you're on the wrong side, and your son doesn't want to have any part of it. You're right. He is ashamed of me. I am ashamed of me. But I'm just trying to do what is best for him. Well, then today's your lucky day, Alexei, because what's best for him, it's also the right thing to do. Okay. You win. What the? Вот у нас проблемы. Да. Он бандиты. Тихо. Тогда не проблема, тогда все путем. Да блин.
Да блин. Вы можете... Да откуда? Блин, сзади идет. Вы можете... Падла. И дергаться. Меня поднять надо. Легко. Так. Хедшот. Но оружие надо пособирать ихнее. А, опять я твой взял, да? Уже взял? Ну, ты пока стоишь, смотришь, я беру. Нормально. Так у меня инвентарь полный. А, ну тут еще есть оружие, во всяком случае, так что... Я думаю, нам хватит. You were right. It was always just a matter of time before they would come for me. They may come to the tower eventually. They will. But it is where I should be, with my son. In my case, there's a weapon I designed. Something special. I never crafted one because I didn't want to give it to Ryze. I want you to take it. Good luck, Rain. Perhaps I will see you again. Так, пожалуй, надо серп взять и молот. Ну что, куда... А, ну мы идем тогда на это задание. Здрасте. Идите-ка вы в жопу, а. Прикольно, я убил вот этого кренделя, который взрывается, да? Ну, в химзащите. Ладно. Вот, убил его... Так, ты готов? Падением. К чему? Вот ты к оглушать этому будешь? Ох ты! Нет, к этому я не был готов. Ты бомбу кинул, да? Ну, гранату. Бог, голова осталась тут. Ну, а что ж такое оглушенный враг? А, это не оглушенный враг. Кто из вас оглушенный? Но. Ладно, погнали. Да стой ты. А чё стоять-то? Машины открывать тут можно. А, машины открывать. Я же зачем сюда пошел? Я не знаю. Зачем я их решил убить? Ты ж мне не сказал. Зачем ты сюда пришел? Аптечка. Хрен с два. Килограмм. О, аптечка, да. Но, вы знаете, оружие стало намного мощнее, согласись. Теперь, скажем так... Ой, беги. Валим. Круто, ладно. О, скорая. Дайте пули, бегут. Бегут, бегут, бегут. Вон, смотри, один. Как голова поживает. Ага. Ой, сейчас... Слушай, тут груз еще есть. Ты защищай меня, пока я открою и за грузом побежим сразу. Все, открыл. Ко мне сразу привалил типочек, да? Так, аптечку хватай и погнали за грузом. Ай! Что такое? Помоги. Есть такое дело? Ха-ха, пня дал. Солидного такого. Так, мужиков надо валить. Так, ну мне прицелиться тяжелее, если честно. О, бей его, иди. Куда? Отлично. Он сдаться хотел. Ах, фига. У него помка.
Ей нужно завладеть. Бери. Фомку. Чаю. А где еще один трупик? Я бы у него забрал что-то. Вот он. Дружочек, что у тебя тут есть? А у него секач есть. Тоже пригодится. Не долетел. Подожди, а куда Фомка делает? Я не брал. Сразу предупреждаю. Блин, какой секач охренительный. Я ж тебе оставил. Твою мать, козёл, взрывайся. Где моя Фомка? А, слушай, реально нету. Я его даже не обыскивал. Может, ты ее взял? Говорить будешь, падла? Не, ну у меня ее нету, я тебе серьезно говорю. Я не взял ее. Падла. Я из-за этого нож свой сломал. Ничего, бывает. Побежали, пожалуй, к цели нашей. 200 метров туда лететь еще. Неудачка у меня произошла. Такое дело. Ой, цепляйся. Молодец. 100 метров еще и шачить. Ну ничего, мы пробежимся, да? Пробежимся, а чего бы нет. Тем более уже почти добрались до места. Фу. Устал крекер. Бежать не хочет. Так. А, вот и место. Это безопасная зона. Нет, я не понимаю, что такое оглушенный противник однозначно. Потому что ногой они не оглушают. Но для этого нужно прокачать, чтобы он оглушал ногой. Ну, я вроде прокачивал, чтоб у него там... Да ладно! Что там? Взрыв. Ну, бывает. Are you Tolga and Fatin? Yes. How did you surmise that? Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Don't confuse him. We need to move some equipment across town. It's very heavy. How heavy? Too heavy for you, Simian Beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think? That was my idea. No, it wasn't. Just tell me what you need. Well, hooks, obviously. How else can we hang the equipment off the lines? You will find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. This project is far more important than anything your proto-human cranial cogitator is capable of understanding. And don't try to figure out what it is. Oh, heavens, no! You'd give yourself an aneurysm. Блин, как же им в морду хочется дать, да? Так, Курт, что ты скажешь? Hey, you been looking for a runner? Well, we're looking for one who will say yes instead of no. But he knew the truth of ape origin. So did Dr. Zayas. Hey, you want to try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. No, walking away from you will solve everything. Okay, okay, hang on. I'm chill, bro. So, I make these flares for Rise, right? Wait, flares? Like signal flares? No, UV flares. Like flares that the Night Things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. I got it. UV flares. Continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find.
except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh, is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Ha ha, very funny, funny man. Look, maybe I'll get your supplies, but if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! You're freaking nuts, bro! Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Ну что ж, отлично. Это задание в той же стороне, где и депо, поэтому нам это только на руку. А ты прям рванул, да? Стартанул. Ну такое. А, надо же его взять, это задание для начала. А то мы побежали. Что значит упс? Да, я внутрь провалился. Оу. Ох ты, ё-моё! Отходи, 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 там громила. Так. Наверное, не будем ввязываться с ними в бой, да? Или будем? Да мне как-то по боку. Ну, по боку, так по боку. Тогда громилу валим. Эй, здоровенный. Все, пришла кувалдочка, да? Ну да. Ах ты, падла! А, да! Ох, меня нифига положили! Блин, у меня взрывчаток, по-моему, нет. Чё, сильно много? 15 секунд осталось. Нормально. Уже 10. Нормально, говорю. А-а-а. Блин, один мешается. О, блин, ты реально на последних секундах. Все. Фу. Тебе аптечки нужны? А нет. Так, а нам куда? Нам куда-то, да, в ту сторону. О, да. Слушай, здесь груз? Да. Ох, ни хера здесь этих. Там кто-то еще и стреляет. Это я стреляю. Расслабься. А, еще стреляют? Да. Так, где? Ага, есть такой. Хедшотик. Или он... И у него мои патроны должны быть. Ох ты, ё-моё. Я тебе хочу сказать, что я неудачно спустился. Совсем неудачно? Не, ну, как неудачно? Спуститься-то я спустился, а подняться как? Да, подняться-то разберемся. Ну, в конце... Мне главное завладеть этими... Да завладеешь ты, не переживай. Меня тут окружили со всех сторон, запарили. А груз я нашел. Да. Ох, нифига тут груза, посмотри. На точке. Это пока. Так, как туда забраться? Вот в чем вопрос. Причем этот вопрос очень... Хороший. Или как отсюда выйти? Вон, открываешь, короче, вагоны. И чё? Ты тварь. Но я бы все равно не отказался подняться наверх.
Да. Ах ты. Тварь. Пока оно не исчезло просто. Я по какой-то веревке спустился, если честно. Вот это что ли? Ну, причем спуститься получилось, а подняться нифига. Это прям проблема. Эй, зомбарики. Да блин, что это? Так. О, тут еще один груз есть. Да ладно, что, не сработало? О, ну вот. Отлично горит. Ох, нифига. Слушай, подними меня. А, меня взрывом сбило. Спасибо. Понял, как вагоны открывать? Да. Я просто на себя отвлекал зомбарей. Я нашел цинку. Да? Тут еще один ящик возьми с этим. С чем? Ну, с грузом. Где именно? Там же, где второй, только снизу. А, это ты? А, это ты? Здорово, да? Нет, ну я, честно, не понимаю, как подняться наверх. А я полез наверх. Как ты это сделал? С ящика прыгнул. С ящика? Угу. У меня не прыгает. А, нет, прыгает. Черт побери. О, да. Где его ствол там? Что, исчез, что ли? Нет. А, ты взял? Меня. Давай, кидай мне тогда пустую пушку. Так, сейчас. А, дать твою налево. Вот, валяется. Сейчас, мне теперь надо залезть. Ах. Да ну ладно. Что за проблемы? Во. Ментовка. А где, где она? Там, облокочена стоит. Есть такое дело. Так, теперь обойдем. Но она пустая, правильно я понимаю? Да. А в этой у тебя что? Сколько патронов? У меня прицел и 54. Короче, два магаза есть. Отлично. На людей хватит, да? Головой. Если еще аккуратненько выцеливать их, то... Вот здесь зомбарик согрелся. И не один, а целых два. Все? А, не все. Друг, ты руку забыл. Какую руку? Ну вот, забыл руку. У тебя рука тут, да? Чё-то подожди. Чё-то как-то тут не так, тебе не кажется? Нам, по-моему, все равно обратно нужно. Да. На верхнем этаже. Да, наверху. Этот спуск. Твою мать, один хп остался. Ты упал? Да. Хорошо, хоть мощно выжил. Так. Нет. Не здесь. А, тут слышишь? Тут есть как бы комнатки небольшие. И вот он вход, похоже. Да. Я нашел. Я тебе открою дверь. Можешь не идти сюда, можешь снаружи заходить.
С мягким приземлением. Спасибо. А я себе прокачал эту способность. Вот и все. А чё мы стоим? Стоим, понимаешь ли. Не, чтоб делом заниматься, да? А как ты добиваешь? Я прокачал способность такую. Я тоже прокачал, какой кнопкой ты? Удар ногой. А, понял. Это, видать, надо выцелять в голову? Да. Это тихлофос. Ну чё, вазелин-то там есть или нет? Нету вазелина, да? Я нашел эту приколюху. О, груз где-то. Какую приколюху? Ну, которая по зданию нам нужна, да, была. Да, все вижу. Слушай. Груз где-то прибыл. Выживший погиб какой-то. Ядрить, мадрить. Да. А, мы, видно, сильно увлеклись поисками. Не стали его искать. Что, драпаем на груз? Да, вон он уже, видно. Ох ты! Чего здесь кусают? Какой классный серп. О, мы уже прибежали. Back away. This doesn't concern you. Так, минус один. Минус два. Да блин, он... Давай ты его вали. Мы скоро так всех бандюков перебьем, да? Ничего страшного. Там виновата. Я к тому, что они у него должны закончиться скоро. С теми успехами, что мы с ними справляемся. Да. Так, ну что ж, побежали. Вернемся на автомастерскую. Подожди, а ты поднял? Груз? Да. А я нет. Ну это печально. Так, я уже прибыл. О, мусорник. Всегда мечтал порыться. Труба какая-то. You got them? You got them? Let me see. Oh yes, this is awesome. Zaid gets to live. Ho-ho. This looks like the beginning of a beautiful... We're not friends. No, of course. My mistake. Associates. Not even that. Just tell me how you make them and I'll be on my way. Right. Okie dokie. Got it. Say no more. We have an understanding. This deal is done. Shut up, Zaid. Yes, sir?